Приветствую вас с прошедшим днем рождения. Вы действительно вступили во взрослую жизнь с исполнением вам 18 лет. И с этим я хотел бы вас поздравить. Ваши одноклассники, они, знаете как, не то чтобы прямо забыли поздравить вас с днем рождения, и не то чтобы они сделали это специально. Просто по какой-то причине вы для них недостаточно значимы, недостаточно важны, чтобы поздравлять вас с днем рождения. Обычно с днем рождения поздравляют по двум причинам. Первое — это элементарная вежливость, то есть когда люди соблюдают правила этикета, да, и в общем-то стремятся соблюдать общественные нормы и правила. А второе — это когда человек действительно важен, ты им дорожишь, хочешь проявить к нему знак внимания и так далее. Так вот, в вашем случае другие люди, не обладая еще необходимым знанием этикета, видимо, не являясь вежливыми людьми в силу своего воспитания, в силу круга общения, в силу ценностей, они не поздравили вас, а значимыми для них вы не являетесь. И из-за этого вас не поздравили. Та девушка, которая поздравила вас, она сделала это и из-за вежливости, и в меньшей степени, может быть, из-за того, что вы ей нравитесь. Хотя, безусловно, утверждать этого я не буду, наверняка, потому что все-таки нужно более детально разобраться. Но полагаю, что какое-то значение вы для нее имеете. Либо все-таки она очень вежливый, воспитанный человек. В этом контексте единственный из всех окружающих вас людей. Значит, в принципе, это были ответы на ваши вопросы. Далее, ответ на следующий вопрос. Вас поздравят только в том случае, если вы своим поведением, своим отношением к людям станете для них более значимым. Тогда вас поздравят. Либо, если кто-то из людей как бы станет более вежливым, освоит культурные ценности, ну и, в общем-то, поймет, что иногда нужно проявить человеку знак внимания, просто потому, что того требуют рамки приличия. Но это очень субъективная мотивация для осуществление подобного рода действий. Дальше. Значит, как вам поблагодарить ту девочку, которая вас поздравила? Ну, на самом деле, здесь все упирается в ваше желание и вашу фантазию. Можете подарить ей цветы при встрече и сказать, что это ей за то, что там помнила о вас в день рождения. Можете отблагодарить ее чем-то сладким, чем-то вкусным. Можете сами ее поздравить с праздником каким-нибудь. То есть решать здесь только вам. Вот насколько вам позволяют ваши возможности и ваши моральные принципы, настолько и отблагодарите ее. Поверьте, в любом случае ей будет приятно, а может быть между вами и завяжутся какие-то отношения.
что в принципе не так плохо, ведь вам уже 18 лет. Как бы пора. Вот, в принципе, так можно ответить на ваши вопросы. Людей я тоже охарактеризовал, как вы просили, тех, кто не поздравил вас. Надеюсь, теперь вам ситуация более ясна. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!